А то все пьянка и закуска. А сейчас пользы дело. Спасибо вам, родные! Русская песня, спасибо! Театр «Русская песня»! На сцене Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня». Художественный руководитель, народная артистка России Надежда Бабкина.
фестивалем работы принимает участие государственный ансамбль казачьей песни «Криница», художественный руководитель, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Владимир Копаев, город Краснодар. Народный танцевальный хоровой коллектив «Лысь-Ютюб», художественный руководитель Галина Кузьмина, деревня Светозарева, ансамбль «Владимирские рожечницы», руководитель Александр Лебедев, город Владимир. Народный ансамбль русской народной песни «Берестиночка», художественный руководитель Елена Некрасова, района Афанасьево. Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Ай-Кай», художественный руководитель, заслуженный артист Удмуртской республики Олег Примаков, город Ижевск. Ансамбль вязкой песни «Старинушка», руководитель, заслуженный работник культуры Людмила Шигорина. Театр «Русская песня» представляет ансамбль «Славяне», музыкальный руководитель Жанна Русакова. Народный самодеятельный песенно-танцевальный коллектив, художественный руководитель Татьяна Кошкина, город Белая Холуница. Ансамбль «Горлового пения» «Алмаз», руководитель, заслуженный артист России Болот Байрышев. Лауреат международных конкурсов Юрий Щербаков. Ансамбль «Танца вязка», руководитель Нелла Кожевникова, город Киров. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов группа «После 11». Народный ансамбль хор Пермской песни «Еремдон», руководитель Ольга Харина, района Афанасьево. Шоу-балет «Живая планета» театра русской песни. И самые юные участники фестиваля ансамбль. Ансамбль «Даулистов Ритм и Кор», руководитель, народный артист Республики Северная Осетия Алания Магомед Карцанов. Идейный вдохновитель и организатор фестиваля, народный артист России Надежда Бабкина. Друзья, сердечно вас всех приветствую и хочу сказать, что несказанно рада, что фестиваль-марафон песни России сегодня в такие знаменательные дни для нашей страны, для народа Российской Федерации, судьбоносно, я бы сказала, начинает свой тур вот в этом году с Кировской области. Отсюда мы поедем в Чувашию и в Мордовию. И я вам хочу сказать, конечно, мы потом и осенью будем передвигаться по другим регионам России, потому что фестиваль-марафон песни России – это очень важный, знаковый фестиваль, объединяющий всякие национальные, народные культуры, населяющие нашу огромную страну, разные вероисповедания, разные традиции. Но кто про это знает? Мы так отделены друг от друга. К сожалению, пока идет, как бы, вот знаете, ну так, устаканивание, что ли, нашей вообще государственности, наших всяких проблем, то как бы до культуры дела нет. Но сегодня, как никогда, это год культуры, и он нас объединяет всех. И это очень важно. И вчера я присутствовала в Кремле на подписании очень важного документа, где было победное настроение у всех, кто присутствовал не только там, на площадях многих городов Российской Федерации. И я считаю, что мы сделали все вместе огромный гражданский поступок. Поступок, достойный российского государства. Именно могущества, сильного, достойного. И знаете, вот такого, чтобы это понимали все, везде, во всем мире, что это держава многонациональная и очень крепкое государство. Поэтому я считаю, что вот то, что произошло, присоединение Крыма и Севастополя к России, это огромное дело для людей, которые сделали свой правильный и добрый выбор. Я считаю, нужно поаплодировать президенту Российской Федерации за правильное решение этого вопроса. Совету Федерации, Государственной Думы,